Светланы Дмитриевны Войлочниковой. Это ж надо, сколько вот лет, и вы все время на работе, вы нас радуете. Поэтому разрешите в честь вашего дня рождения, вот подготовили мы и приказ, и праздничный адрес. А именно, 1 марта 2021 года, юбилейная дата в жизни ветерана института, старшего научного сотрудника, заведующей питомника охотничьих собак института Светланы Дмитриевны Войлочниковой. Дорогая Светлана Дмитриевна, ваш творческий трудовой путь длиной более 50 лет связан с Всероссийским научно-исследовательским институтом охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Бориса Михайловича Житкова. Вы посвятили себя исследованию в области совершенствования и разведения российских пород охотничьих лаек, внесли большой научный и практический вклад в охотничью кинологию и по сей день трудитесь на благо питомника института, на сегодня единственного государственного питомника охотничьих лаек в России. Сегодня Светлана Дмитриевна Войлочникова является заслуженным работником охотничьего хозяйства России, известным и авторитетным экспертом международной и всероссийской категории. С ее участием проводятся международные, российские, региональные испытания, состязания и выставки охотничьих собак. В ваших советах, консультациях, помощи нуждаются многие эксперты, заводчики, энтузиасты, кинологи и просто охотники. Настоящая любовь к своему делу, преданность родному институту, неиссякаемая энергия и трудолюбие, честность, готовность прийти на помощь снизыскали огромное уважение к вам со стороны сотрудников института, коллег и многих российских охотников. От меня лично и от всего коллектива в НИИ охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Бориса Михайловича Житкова примите, Светлана Дмитриевна, самые искренние поздравления с юбилеем. Желаю вам счастья и дальнейших творческих успехов. Будьте здоровы, энергичны, улыбчивы. Радуйте этим своих близких и коллег еще много-много лет. Учитывая значительный вклад юбиляра в развитие охотничьего собаководства России и достижения института, а также в связи с юбилеем, приказываю Светлану Дмитриевну Войлочникову наградить почетной грамотой института с внесением настоящей записи в трудовую книжку, объявить благодарность Светлане Дмитриевне и премировать юбиляра. Бурные аплодисменты! Алексей, спасибо.